Краткий список фильмов, которые все еще в нашем прокате. «Гензель, Гретель и агентство магии», «Пальма», «Никто», «Годзилла против Конга», «Поступь хаоса» и 124-й выпуск «Мульт в кино». Расписание все там же на нашем сайте kinomagadan.ru. Кстати, совсем скоро мы объявим время проведения турнира по Mortal Kombat 11. Следите за новостями и до встречи на сеансе.